просто чудесное волшебное место. Пойдемте прогуляемся вместе со мной. Будем хотя бы во время видео с вами болтать. А вы мне будете отвечать в комментариях. Ребят, сколько же много здесь мошкары. Тут какой-то обязательно надо брать спрей, потому что они просто задолбывают. Рай для пчел. Вон они, пчелки маленькие. Собирают пыльцу. Вот он вдалеке такой домик небольшой из каменных маленьких кирпичиков сложенный. Но там сейчас сидят какие-то люди, мы туда не пойдем. Мы пойдем в эту сторону и прогуляемся к воде. Показала вам видео. Женщина-садовода занимается цветами. Она увидела, что я снимаю видео и что я разговариваю на другом языке. Подарила мне такие вот цветочки. Она сама сорвала. Вот, потому что здесь срывать нельзя. Тут штраф $300. Вот. Она подошла и сказала, это тебе. Вот так вот. Приятно. Нашла интересное растение. Розовые цветы, фиолетовые, голубенькие. Куча-куча мушек тоже. Красивый стиль. А вот и я с цветочком. Один большой и три маленьких подвещу. Кажется, большой такой павильон для зимних катаний на коньках. Сейчас у нас июль месяц, сегодня у нас 14 число, и тут должен быть лед, но поскольку лето, льда нет. Так все. Вроде в хорошем состоянии, все аккуратно, чисто. Большая территория, можно строить танцы здесь. И эхо есть большое. Даже печи есть вдалеке с дровами. Уютно. И этот павильон как раз находится на вершине горы, вот с которой открывается прекрасный вид. Все, мы уже на вершине. Я вас с этим торжественно поздравляю. Мы вскарабкались на самый верх. Там еще какая-то дорожка. А, вот. Сейчас посмотрим. Это сказано, что тропинка, она находится еще на строительстве. То есть тут еще будут продолжаться конструкции, это типа какие-то строительные работы. Ну, стройка. Они еще будут ее доделывать. То есть она еще не завершена. Не доведена до ума. Услышу там за деревьями пляж. Детвора купается, прыгает в воду. Воду не пробовала, мне кажется, она тут холодная, поскольку озеро глубокое. Ага, вот и новое место. Сразу видно, свежая древесина. Пахнет-то классно здесь. С сосенками. Как в сосновом лесу.
Еще одна беседочка с лавочкой. Ого! Так там пути ни конца и ни края не видно. Вау! Ребят, ради этого надо визу получать. Чтобы увидеть это. Тут очень приятно пахнет. И очень классный вид. И это последняя беседка. Да, вот это вот. Альтанка, как их еще называют. Какая разница между альтанкой и беседкой? Слушайте, мне кажется, тут еще наверх путь есть. Нет, конца здесь нет явно. Бесконечно. Верхушки видны. Тут просто очаровательно. Туда наверх уходят эти поручни. И вниз. Не знаю, сейчас посмотрим, дорога есть или нет. Будем эксплодировать, то есть выяснять, что тут есть, чего тут нет. А, тут, по-моему, какой-то проход есть. А потом как? А дальше как? По камушкам? Ну, вон ступеньки я вижу. Кусочек маленький, вон там видно ступенечек. Ну и все, пожалуй. Ладно, мы туда не пойдем, хватит. Пойдем отдохнем немножко, посмотрим на красоту. Там Толливуд город. Мы как бы стоим на вершине холма, горы. Вот. Такой вот беседочки. Делюсь с вами этим видом чарующим. Конечно, хочется вас пригласить в гости. Но на данный момент я это делаю посредством видео. И отправляю вам свой привет. Красивую вот эту вот картинку. Чем-то, знаете, мне похоже. Это место на карьер, на наше. Только наш карьер на Красном Камне без отеля. А тут есть отель и немножко развитая инфраструктура. Хотя на карьере тоже такое можно построить. Но у нас не такая высокая гора. Но принцип такой же. Посередине вода, а вокруг скалы. По направлению на обед, на ланчтайм. И тут увидела небольшое такое поле. И трава здесь, знаете, похожа как на велюровую, вельветовую, такую бархатистую. Очень красиво подстрижена. Вот так вот обычная трава. Газонная, а тут какая-то специальная. Красивая такая зона с плетеной мебелью. Большой цветочек. Там вдалеке сад. Вот такой вот хлой. То есть коридор. И идем мы по направлению к нашему номеру. Идешь, 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 идешь. И красивый такой балкончик. И лестница. Красивое такое место, симпатичное. Ну что, начинаем смотреть наш номер. Так, закрыли. Вот он наш отель. Сфокусировалась камера. Так, конечно, тут
видно много места и большие потолки высокие, так как я люблю. Что у нас получается? Два умывальника. Сейчас пойдем смотреть. Один, наверное, белый. Этот с душем или с ванной. Окно даже есть с шализами деревянными. Или не пластиковые. Какие? Не, деревянные. Так, у нас здесь белый душ с дугообразным креплением для шторки. Одна сторона тряпичная, вторая сторона как вафельное полотенечко такое, накрахмаленное. В Америке очень распространены вот такие вот души, но мы дома сделали себе с длинной такой поливайкой в одном и во втором душе. Вот, потому что мне так удобнее, это можно переделать. Так, что тут у нас по набору? Все стандартно, как всегда. Все как обычно. Да, немножко подустала. Зато много красивых фотографий сделала. Так, пойдем смотреть дальше, что у нас есть. Двери везде деревянные. Вторая часть. Ух ты, что за двери такие интересные. Я уже в предвкушении комнаты. Дверь. Ой, дверь в другой номер. Нам сюда не нужно. Нам сюда точно не нужно. Все, закрываем. А это у нас должен быть шкаф. Шкаф с сейфом. Да, для верхней одежды. Тут пусто. Пусто и чисто. Вот холодильник, мини-бар. Пусто. Слава богу, никаких подозрительных ароматов в холодильнике нет, но могли бы что-то и поставить. Комната. О, бог мой, вот это да. Вот это, конечно, да. А что, у нас сегодня прием какой-то? А почему так много места? Ну, конечно, красиво, что полукругом все сделано. Что это за дверь такая? Мне же везде надо заглянуть. А-а-а, и зеркало. И зеркало. И я. Все. Показала себя быстренько. И свет выключается, когда дверьку закрываешь. Ладно, пойдемте смотреть. Это мне тоже любопытно. Вам интересно и мне любопытно. Красиво. Слушайте, красиво, да? Как выбито. Точно, домик как на даче. Сильно шикарный домик для дачи, да? Ой, молодцы, конечно, сделали красиво. Камин. А, камин, кажется, настоящий. Да, камин таки настоящий. По-моему, мы его недавно зажигали. Вот так вот. Диваны, не люблю такие диваны, их тяжело отмывать и очищать. Ой. Что, будем опять мучаться делать фотографии на подоконниках? Как в Нью-Йорке, в третьей поездке. А из нашего окна где-то... Вот там далеко Нью-Йорк. Мне нравится вот этот вот стиль деревянного подоконника, переходящий в окно, в откосы деревянные с такими вот рамами и деревянные жалюзи. Такой вот интересный здесь стиль. Я хочу выйти на улицу. Давайте пойдем на улицу сходим. Мы недавно туда пришли. Угу. Вторая дверь для безопасности. А как ее открыть? О, открыла. Жарковато. Жарковато. Стены такие исторические. Место, где я снимала утром. Мы будем жить в башенке. Пойдемте. Вернемся обратно. Темно-зеленый цвет такой. Бархатный, можно так сказать. Сейчас пробежимся по номеру еще раз таким оценивающим взглядом. Да, я тоже оцениваю. Прозрачная ножка у торшера. Мне, кстати, рассказывали, что в Америке вот стиль вот этот зеркальный, прозрачный. Это все тех времен. И сейчас все вещи, которые, вот, допустим, столы, стулья и какие-то, не знаю, прикроватные тумбочки или какие-то комоды или туалетные столики. Если они прозрачные, отделаны золотом и есть какая-то стеклянная, вот, например, как вот эта вот деталь, это значит, что вещь была модна, была в те времена, там, 70-е, 60-е, то, как мне рассказывали именно те американцы, которые работают в мебельных магазинах, вот,
такой маленький экскурс.